Привет снова, с вами Алекс Овенго, мы уже в Италии, и на самом деле нет слов. Это просто потрясающе, потому что это, по-моему, 15-я уже или 16-я страна. В день их по три, это просто сказка, это просто фантастика. Если бы мне кто-то 3 года назад сказал: Алекс, ты уволишься из офиса, у тебя будет бизнес, ты будешь путешествовать, и тебе будет это нравиться, и ты будешь получать больше, чем, просто в разы больше, чем ты получал в офисе, хотя зарплата была не маленькая, я бы сказал, да ну. Это видео, на самом деле, это большое спасибо моим бывшим работодателям. Лена, Ленар, Андрей, было с вами здорово, на самом деле. Как здорово, что я уволился. И это видео послание, на самом деле, тем, кто думает, увольняться, не увольняться, прыгать в бездну или не прыгать. Мой совет – прыгать и заранее запастись всем необходимым. Убедитесь, что у вас есть книга, ну, по крайней мере, вы ее пишете. Убедитесь, что вы провели какой-нибудь семинар на свою тему, и вам уже что-то за это заплатили, вы почувствовали первые деньги. И убедитесь в том, что у вас есть база подписчиков, а после этого прыгайте. Прыгайте, и после этого ваша жизнь очень сильно изменится. 3 условия. Начните писать книгу, проведите платный семинар и соберите базу подписчиков. Действуйте!